17 февраля 1945 года. Войска 3-го Белорусского фронта продолжали сжимать кольцо окружения Восточной Пруссии группировки противника. Северо-западнее города Грудзянск, наши войска, наступая вдоль левого берега реки Вислы, овладели 6 крупными населенными пунктами. В Померании, южнее города Штаргард, наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника. Одновременно в лесах севернее города Шнайдемюль наши войска ликвидировали окруженную группу противника, уничтожив при этом свыше 8 тысяч немецких солдат и офицеров. За 17 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 115 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 88 самолетов противника.